В этом году региональный конкурс «Золотой венок» проходит в нашем городе, и у жителей Висагенеса есть прекрасная возможность ознакомиться с работами народных мастеров из Утинского, Малецкого, Игнолинского и Зарасайского районов, и, конечно же, с работами мастеров нашего города. Основной целью ежегодного республиканского конкурса «Золотой венок», который проходит в 3 этапа, является возрождение и сохранение традиционного литовского народного творчества, а также выявление и поощрение талантливых мастеров и художников. На выставке, которая открыта в Висагенесе, можно увидеть работы изобразительного и прикладного искусства. Изобразительное искусство представлено живописью, графикой, изделиями, вырезанными из бумаги, и скульптурой. Прикладное народное творчество порадует посетителей выставки керамикой, резьбой по дереву, национальными костюмами, работами кузнецов, пасхальными яйцами, вербами и масками. В Висагенес на конкурсе «Золотой венок» представили наши известные мастера – художники Андрей Денисенко, Олеся Давидовская, Пальмира Бучинскини и Светлана Бендельстон, которая на этот раз представила свою керамику. На выставке также можно увидеть вязаные изделия висагенских мастеров Риты Купринскайте, Лидии Евсеевой и Лареты Панкаускине, которые представили на выставке носки и митинки, а также тканные ленты, изготовленные Аквили Блажевичути. Выставка «Золотой венок» будет работать до 10 ноября в выставочном зале «Сидулина», улица Вильтес, 5. Последний день работы выставки состоится чествование победителей, которых определит конкурсная комиссия. Работы победителей отправятся для участия в 3-м заключительном этапе республиканского конкурса выставки «Золотой венок».